Програму «Коктейль» представляє нова «Хортиця». Абсолютна якість. Сказал, что зимы не будет. Вот она, снежная, морозная, солнечная и веселая. Самое лучшее время для горячих коктейлей и горнолыжных удовольствий. За всем этим «Коктейль Плюс» отправился в Карпаты, на курорт Буковель. Конечно, после заминок в новогодние праздники репутация Буковеля слегка пострадала. Но нужно отдать должное. Все быстро исправили. Даже погоду. Девчонки и мальчишки, а также их родители дружно отправились покорять горные вершины и заново праздновать Новый год. Картинка вокруг поменялась кардинально. Подъемники работают исправно, радует глаз ослепительная белизна, и к концу месяца планируют открыть все трассы. Больше нет шума строительных машин и недовольных людей. Хотя строительство на этом не заканчивается. Впереди спа-центр, две многоярусные парковки, новые шале и так далее. А что касается еды, то уже работают два фастфуда. Обжора и Бугель, где все быстро, вкусно и недорого. Также бар «Панорама», «Колыба», ресторан «Казачок» и «Феличита». Но самое козырное месторасположение занимает, конечно же, ресторан «Казачок». Из-за чего, видимо, там все и расслабились. Конкуренции рядом нет, поэтому обслуживание неторопливое, еда оставляет желать лучшего, а улыбок от персонала не дождетесь вовсе. «Феличита» же расположена на въезде в Буковель, далековато от рецепции, но зато при любой наполняемости зала официанты быстро и с улыбкой обслужат, а кухня пальчики оближешь. Такой пиццы ни в Киеве, ни в Италии не попробуешь. И никто не скажет вам с упреком после часа ожидания стакана с соком. Ну что, вы не видите? У нас полный зал. Лыжники – народ активный, веселый и экстремальный. Многие утверждают, что в какой-то степени любовь к лыжному спорту – это болезнь. Вот так в 2000 году один из идейных вдохновителей горнолыжного курорта Буковель, Александр Шевченко, впервые встал на лыжи и заболел. Да так, что через 3 года в Украине появился курорт Буковель, не уступающий европейским стандартам. Вот так в одном коктейле соединились увлеченность, патриотизм и профессионализм. Чем вы гордитесь? Самый быстро развивающийся в мире курорт мы. Самые большие инвестиции в горнолыжный бизнес за все времена. Мы сегодня построили подъемников столько же, сколько вся Россия вместе взятая в одном селе. Поэтому, в принципе, я считаю, что мы достаточно много уже чего достигли, но мы не останавливаемся, мы продолжаем развиваться дальше. А в чем преимущество перед европейскими курортами? И бывают ли у вас иностранцы? Ну, иностранцы, безусловно, бывают, где-то 20% это иностранцы. Вот. В чем преимущество перед европейскими курортами? Многие европейские курорты строились очень долго и хаотично, не было системного плана. Мы вам показывали макет, там это системный план, который дает нам возможность правильно, динамично развиваться. Не нужно строить 150 подъемников, нужно построить ровно столько, сколько надо. И главное, чтобы один подъемник обслуживал много трасс. То есть все они были связаны, все они были логистично как-то построены, вот, и соответствовали той пропускной способности, на которой рассчитан курорт, ни больше и ни меньше. I see trees of green. Red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Конечно, новые трассы, рестораны, снег и улыбки на лицах отдыхающих значительно поднимают настроение. Но для меня самой приятной новостью оказалось открытие ночного клуба «Бугель» и неплохая коктейльная карта.
За день лыжники так выматываются, что вечером с удовольствием падают в нежные объятия Морфея. Но не всем. Для самых стойких и веселых, а также для тех, кто просто не катается на лыжах, открыли ночной клуб «Бугель». Откровенно, клуб неплохой. Правда, нужно откорректировать музыкальные дела. Что касается дел питейных, с этим все более чем хорошо. Бармены отлично знакомы с рецептами всех классических коктейлей и всегда готовы придумать и предложить что-то новое. Практически все необходимое есть. Главное место в обширном меню, конечно, занимает VIP «Хортица», постоянный партнер курорта «Буковель». По словам барменов, напиток абсолютного качества здесь предпочитают пить в чистом виде. Что ж, а для нашей программы Костя приготовил коктейль «Расцвет Эль Коко». Ром белый, ликер белый какао, малибу, ананасовый сок и сок сицилийского апельсина. Интерьер стандартный. Просторный танцпол, плазмы с вечным фэшн-ТВ, большой бар, несколько шестов, цвета серый, красный, черный, очень уютный VIP-зал, диванчики, много подушек, зеркала и, главное, можно регулировать уровень звука. Людей этим вечером было немного, но я уверена, что как только у всех студентов закончатся сессии, зимние праздники продолжатся именно здесь. Иногда выпить коктейль хочется не в свете неоновых огней, а в спокойном лаунж-баре, где ночь тает так же нежно, как пенка в чашке с капучино. Ну что ж, ночь догорает, а расходиться не хочется. И вроде атмосфера лаунж-бара убаюкивает, а песни все льются рекой. Видимо, горный воздух заряжает энергией и бодростью. И от одной мысли, что завтра снова кататься, не ведая преград, хочется петь. Програму «Коктейль» представляє «Нова Хортиця». Абсолютна якість. Студентка, сладкая конфетка. Сладкое любят не только девчонки, а и мальчишки. Конфетки. Так называлась субботняя вечеринка в клубе «Саксон». Самое сладкое событие ночи – это выступление Насти Каменских, которая в последнее время работает в стиле R&B. Она задержалась всего на часок, но главное – приехала. В отличие от друга и коллеги, известного рэпера Потапа, которого все ждали, но так и не увидели. Вместе с ним Настя записала песню-клип «Без любви», который довольно популярный у поклонников этого стиля. Кстати, в скором времени Потап и его сопродюсер Напильник собираются создать сборный проект R&B «Империя», который объединяет 8-9 исполнителей R&B. Без твоей любви птицы не поют, клубы не танцуют, пацаны не пьют, море не бушует, реки не текут. Смотри, все остановилось без любви. От сегодняшнего вечера ожидаю обычной эйфории от клуба «Саксон», потому что на самом деле здесь всегда теплая атмосфера, встречают хорошо. И нормально относятся к постоянным клиентам, очень любят людей, которые относятся к клубу уважительно и хорошо. Но пока звезда добиралась к поклонникам в «Саксон», всех развлекала доселе неизвестная нам ведущая Катя Поло, она же диджей на Народном радио. Сегодня здесь собраны абсолютно все самые сладкие девушки города в стиле R&B, не только на самом деле, сегодня здесь самые прекрасные половина человечества, которую можно за конфеткой. Диджей, девушка, леди. Диджей, девушка. У руля сегодня с микрофоном тоже я, девушка. Точно так же сегодня выступала просто настоящая сладость для всех мужчин, и не только для мужчин, Настя Каменских. И она была самым главным на самом деле.
представлением, сюрпризом для всех наших гостей, подарком. Всем известно, что когда сладкого много, это вредно. Но не в случае с коктейлями и женской красотой. Бармены работали без перерыва, пока не появилась главная конфетка этой пати. Скажу, у меня было такое год назад, я гуляла очень, могла пойти в клуб, а сейчас для меня, может быть, раз в полгода я могу зайти в клуб, и то только со своими друзьями, то есть это в первую очередь только работа. Поклонники от Насти в восторге, только вот в ее глазах слегка заметна грусть, то ли от того, что нет рядом Потапа, то ли потому, что каждой конфетке необходима красивая упаковка. Без твоей любви птицы не поют, клубы не танцуют, пацаны не пьют. Божеле Нуво называют вином веселым и задорным. Его характер по наследству перешел к ресторану Марше, который ровно 4 года назад, в день праздника Божеле Нуво, а это третий четверг ноября, открыл себя Киеву. Даже не открыл, как некоторые. Скорее распахнул свои объятия навстречу древнему городу, где есть все, кроме умения жить по-французски. Эту науку с аппетитом начали постигать лучшие люди из деловых кругов, шоу-бизнеса, культуры и спорта. Они не осуждали смешение классики и колониального стиля в интерьере. Наоборот, в первом зале ужинали романтично и при свечах, а второй заказывали для обедов официальных. Кухня ресторана Марше тоже выровнялась не сразу. Все как у молодого и дерзкого вина Божеле Нуво, под знаком которого родился ресторан Марше. Сначала был период брожения, недолгой выдержки, настаивания и ферментации. Затем вино становится мягче, кислотность его уменьшается. В букете появляются фруктовые ароматы, но без терпкости. Вино достигает стабильности, разливается по бутылкам, и тогда начинается праздник. В один день с рестораном Марше, который с честью выдержал все этапы от брожения идей шеф-повара, гостями непонятых, до стабильной популярности и гармонии с окружающим миром. А это и есть любовь, та самая, о которой хочется петь. Да, чтобы так спеть, нужны не только голос и отточенный вокал, но определенное состояние души. В нем, как в зеркале, проявляются чувства и эмоции директора ресторана Маргариты Дю. Я вас всех люблю, а ресторан Марше – просто способ, инструмент для выражения этой любви. А что касается Франции, родины моды и вина, то у нее море поклонников. Но есть среди них один рыцарь по имени Скрипка, который не просто посвящает ей свои песни, он способен подарить сердце и выплеснуть без остатка душу. Всегда. Но ресторану Марше особенно щедро, потому что все гости заведения единогласно перешли коллегу на бэк-вокал. Да, в ресторане Марше о вкусах не спорят. Ни о чем.
Всем по вкусу французский шарм, свежие устрицы и молодое вино. Никто не возражает против пасты, стейков и улиток. На завтрак все хотят ароматный кофе с воздушными круассанами, а на ужин фуа-гра и сыр. Как это мило и как весело понимать, что жизнь не только будет. Ну что ж, новый коктейль из самых интересных событий Киева и других городов увидите ровно через неделю. Пока!